все, что отличается, визуально все отличается и на вкус. Составы абсолютно разные. Разве может быть одинаковый вкус? Нет, конечно. Разные наполнения витаминов, разные сорта и по-своему разные культуры вообще в целом. На каждое блюдо вы можете подобрать, по сути, свой вид готовки. И нам очень хочется развивать эту культуру потребления, чтобы люди понимали, что, например, для запекания можно выбрать один сорт, а для салата или для пюре другой. Понравилось. Такой сладкий, может, чипс, как раз вроде картофельный, но сочетание интересное.